В регионе растет число неблагополучных семей. Неутешительные цифры озвучили на семинаре по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Педагоги, представители районного комитета молодежи и специалисты мобильной кризисной службы встретились, чтобы решить, как переломить ситуацию. По статистике, на сегодня только в алмазной столице зарегистрированы 153 такие семьи. Также растет и число случаев жестокого обращения с детьми. В начале 2018 года на учете уже состоят 142 родителя. Проблему решают не только уполномоченные по правам ребенка, но и специалисты мобильной кризисной службы. Только за 3 года они проверили 518 случаев насилия над детьми. В каждом районе, вот если случилось факт, выявился факт жестокого обращения и насилия, собирается рабочая группа мобильная. Согласно вот нашего порядка, алгоритму действий, значит, в течение 2 дней вот эти вот решения принимаются, потом они направляются в мобильно-кризисную службу по электронной почте для того, чтобы куратор района по этому делу мог внести изменения, дополнения, какую-то корректировку, да, все это согласовывается, и этот план ИПР уже, да, он реализуется совместно всеми органами и учреждениями профилактики.